А вот там вот наша школа. И мы сейчас забирать едем Викулю с игры. Она в волейбол играет в команде школьной. И у нее тренировка или игра что-то. Здесь вот, чтобы подъехать к школе надо так вот все объехать. И только в одном месте можно забирать ребенка и высаживать также. В общем, дети здесь сами не ходят. Тут уже кто-то стоит. И вот наша девушка ждет нас. Чего-то почему-то одна. Уставшая. А? Привет, Викуля, как ты? Всех забрали, что-то одна. Устала? Ты сидела одна.